кто такой Владимир Ильич Ульянов? Он же Ульянов, он же... Махунга! Давай пацанчиков сгреем немножко. Давай, давай, да. Есть время, брат? Все очень просто. Ты участвуешь в моем шоу. Это шоу заканчивается, я тебе плачу 1000 рублей. Давай. Сейчас? Да, сейчас прям. Здорово. Как зовут тебя, братское это сердечко? Дмитрий. Димон, я Евгений. Можешь называть меня просто Жека. Ну, типа Жека из металлки. Хорошо. Понял, да? Ты на производстве, да, сегодня? Да. Уже отнес посылку? Уже, сейчас понесу. А, там у тебя иду, что-то... Нет, иду забирать. Время есть? Есть время. Отлично, отлично. Нет, не спешу. Никуда. Значит так, ты представляешь, я только что спросил, как тебя зовут, и тут же забыл. Я как рыбка Дори. Говорю, 4 секунды, все, у меня все из башки вылетает. Димон, не подглядывай. Димон, хитрец такой вообще. Че, нормальный по бабосам-то? Да. Да? Да. Ну, я тыщенки, как на машине. Тыщенки 2-3 в день. Да, да? Можно. Если можно, с утра, да, работать. С утра до ночи? Ну, с утра часов с 8 там до 7. До 7 тыщенки 3 можно залохматить. Ну, 2,5. 2,5. Ты пешочком? Я пешочком и на транспорте. Ага. 68 разделить на 4. Блин, я забыл. Спонсор сегодняшней передачи. Решат, иди сюда. Решат, спонсор нашей сегодняшней передачи. Дегустационный патруль, канал на Ютубе. Ссылочку оставишь в описании, правильно? Нет. 68 разделить на сколько, я говорил тебе? На 4. Ну. 17. Ты подглянул? Нет. Слушай, откуда? Кировская область. Откуда знания такие, Кировская область? Посчитал. Посчитал? Господи, одни вундеркинды. Не подглядывай. Вот видел, да. Что ты увидел? 17. А? Dang it. Кто такой Владимир Ильич Ульянов? Президент. Президент чего? СССР. В свое время. А какая у него еще была кликуха среди своих? Среди своих подпольных пацанов. Он же Ульянов, он же... Давай спросим у кого-нибудь, братиш. Есть такая функция, я тебе даю микрофон, и ты спрашиваешь, кто такой Владимир Ильич Ульянов. Хотя бы пускай они его другую фамилию скажут. Если ты не можешь его другую фамилию сказать, которую он себе, видимо, придумал. Наверное, псевдоним у него такой был. Читал, но не помню. Давай. Здравствуйте, подскажите. Он подсказку нужен. Здравствуйте, подскажите. Владимир Ильич Ульянов. Какая у него фамилия вторая была? Ну, Ленин. Между своими. Ленин? Как? Ленин. Как зовут? Тебя. У меня Леха. Лех, спасибо тебе большое. Да. Все понятно. Ленина нам достаточно. Это был какой вопрос? Второй. Да? Не путаешь меня? Dang it. Я тут недавно монтирую видео, и я чувствую, что чувак, с которым я общался, он прям сидел в моем телефоне. И так знатно отвечал еще. Думаю, вот я тоже. Димон, поближе сюда. Самое глубокое место в мире – это Кольская сверхглубокая скважина. А что же на втором месте? Мариинская впадина. Dang it. Сколько тебе лет? 23. Хорошо. Больше нечего ловить. Все, что надо, я поймал. Надо сразу уходить, чтобы никто не привыкал. Ярко-желтые очки, два сердечка на брелке, развеселые зрачки, твое имя на руке. Звери, районы, кварталы. Давай. Районы, кварталы, жилые
массивы. Я ухожу, ухожу. Красиво. Спасибо нашему спонсору Ришату. И спасибо тебе, конечно, Димон. Пятый вопрос. Поближе, поближе, не стесняйся. А то сейчас я поближе, я смотрю туда кадр. Даже поближе. Давай, давай, вот так вот, вот так вот. Я все уже вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Господи, все тянет глаз у него. Лезет глаз куда ни попадя. О! Очень сложно, очень сложно. Греки напали на Трою, потому что Парис закуролесил с Еленой. Как звали легендарного брата Париса? Неужели ты не смотрел фильм «Троя» с Брэдом Питтом и с другими актерами? Где и Брэд Питт? Может быть. Рядышком. Буковки похожи. Первые две буквы точно такие. Но, когда сейчас ты будешь ходить, спрашивать правильный ответ у людей, ты можешь им подсказывать, что Троянская война этого человека убил сам Ахиллес. Сам Ахиллес! А этот парень, которого убили, он и есть брат Париски. А Париска с Еленкой шуры-муры из-за чего? Агамемном с Менелаем пришли на Трою. Ты понимаешь? Да. Как думаешь, откуда я знаю? Я обожаю творчество Брэда Питта. Поехали. Второй вариант. Геракл. Никаких Гераклов и быть не может. Давай спрашивай у людей. Можно один вопрос? Давай. Так. Брат Париса. Париса? Да. Париса. Троянская война. Ахиллес его убил. Я понял. Брат? Брат Парис. Париска. Париска, который с Еленкой. Господи, не помню. Помнишь, он еще подъехал к этому зданию и хорошо. Кричит «Ха-ха!» Да, самого героя я помню, а имени не помню. Ну ладно, ну давай. Ехали дальше. Один вопросик, ненадолго. Ну давайте. Задаем. Скажите, брат Париса в Троянской войне. Ахиллес его убил. Сам Брэд Питт убил этого актера. Так, стоп. Ну-ка. Зачем спрашиваете вообще? Еще раз. Я бы сказала, брат Париса. Парис, который с Еленой. Шуры-муры. Так, Троянская война. Троянская война произошла из Елены Прекрасной. Вот. Которая... Брат Париса. Как зовут брата Париса? Ахиллес его наказал. За то, что тот убил его брата. Как его брата звали этого? Патрокла. Не, вот Патрокла не помню, честно говоря. Знаешь, что Троянская война была из-за Елены, что он помимо Елены прихватил еще с собой кучу золота. И, в принципе, мужчины, как всегда. Короче, спасибо. Пожалуйста. Не знаю. Не помню, честно скажу. Может, позвоним кому-нибудь тогда? А? Нет. По такому вопросу мне обычно звонят. Ты нам поможешь, Ришат? Ришат, иди сюда. Итак, наш сегодняшний спонсор. А ты знаешь ответ? Гектор. Гектор? Да, не Гектор. Это Гектор. Это Гектор. Обними, Ришат. Обними, Ришат. Итак, благодаря нашему сегодняшнему спонсору Ришату, Дмитрий выигрывает 1000 рублей. Спонсор, давай, спонсор. Доставай лавешку. Лавеху доставай. Поздравляю тебя с победой. Давай, хорошего дня тебе, держи. Настоящая, проверь. А то сейчас у нас один человек убежал, а что ты думал? Подумал, что мы захотели кинуть ему куклу, да, а потом нахлобучить его. А он у меня случайно не дернул кошелек? Шутка. Все, Димон, давай. Спасибо тебе большое. А где-то можно что мы без это? Тебя делали? Не, мы чисто так для себя это делаем. Чисто для прикола, братан. По кайфу. По кайфу, чтобы сидеть дома, кайфовать. Думаю, ай, классно, мы сегодня видос подстругали, брат. Пока. Здравствуйте. Можно вас? Заходите, проходите, залезайте в кадр. Поближе, пожалуйста. Очень приятно видеть таких людей, как вы.
Потому что по глазам видно, что вы хороший человек. Спасибо. Идете мимо, что-то смотрите, улыбаетесь, заинтересовались, понимаете, какая-то движуха. А народ вот идет куда-то, непонятно куда. Вот небось, никуда им особо не надо. К ним подходишь, говоришь, здрасте, мордасти, даже не поздороваться. Ну, бывает такое. Какие-то дикие, пошли дикие люди. В нашей Россиёпе, правильно я говорю? Да. Как вас зовут? Меня зовут Василий. Василий, меня зовут Евгений. Очень приятно. Первый вопрос для вас, Василий. Маху!